Майк, это вы с вами, и Павел, и мой лучший друг, мистер Кис. Ребята, мы продолжаем. Вернее, мы начинаем играть в новую игру Sonic Force Speed Battle. Итак, мистер Кис, давай приступим. Давай. Вперед. Итак, ребята, мы играем с самого начала. С обучения начинаем. Гоу, 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 вперед. Вперед. Отлично. Сторону. Так, уходим влево. Секунду. Мистер Кис. Отлично. Прыжок. Это что-то типа 3D-раннера, ребята. Ну, почти. Что-то. Ну, это не совсем так. Очень похоже, но не 3D-раннер. Итак, мистер Кис, игра нам подсказывает, что мы можем атаковать перед бегущих соперников. Ага. С помощью огненного шара собираем кольца. Отличненько. Вау, вот эта петля. Отлично, нас обгоняют. А, да. Прыжок. Мы вторые. Вау. Победи соперника. И финиш, мы пришли вторые. Получилось. Ну, для начала неплохо, конечно. Всего 4 игрока в этой игре участвуют. Это мультиплей. Итак, что такое первое место? Мы же второе место заняли, по-моему. Не знаю. Итак, давай введем наше имя. Айка ТВ. Пускай мы будем в этой игре как Айка ТВ. Хорошо. Отлично. И что нам предлагает игра? Разблокирует сундук. Приветственный сундук. А, давай разблокируем. Посмотрим, что в нем открыть. Каких-то 150 карточек. Что мы получим? Нажимай, мистер Кис. Открыть. Там какие-то 3 карточки. Так, кольца 1000 штук. А, Red Start кольца. Ага. И Knuckles. Knuckles. Ого. Knuckles. Интересно, надо будет поиграть им. Итак, мистер Кис, что дальше? Давай попробуем. Давай. Награды осталось. Так, ну нажми на кнопку «Играть». Секунду. Отлично. Катись, чтобы выбрать нового бегуна. Павел, написано. Так, что дальше мы будем делать? Ну, давай нажмем. Будем выбирать. Нам предлагает игра коснуться, чтобы выбрать другого бегуна. Да. А что, с Соником нельзя играть? Ну давай выберем вот этого Knuckles. Мы можем, по-моему, его даже коснить, чтобы обновить своего бегуна. Это попозже мы будем делать, Павел. У нас 100 колец есть, мы можем его обновить. Да, мы попозже. В следующий раз. Ты не стал обновлять? Нет. Так, подбор игроков, хорошо. Следующий забег. Итак. Второй забег. Я так понял, что это уже по-настоящему не учебный забег. В принципе, да. Так, собираем. А что-то перепрыгнул? Так, перепрыгивай. Это нельзя перепрыгнуть, надо было обходить с правой стороны. Мистер Кис, аккуратно, не торопись. Ребята, ой, в эту игру мы играем с самого начала, то есть с первого раза, даже не готовились. Прыжок. И не тренировались. Прыжок, мистер Кис, прыжок. Так что не судите нас строго, здесь мы допускаем ошибки. Может быть, на первый взгляд они очень банальные, но это только потому, что мы в нее играем в первый раз. Прыжок. Так, ты можешь использовать шар. Ой. Ой-ой-ой, мы упали и нас еще и заморозило. Упали в воду. Интересная трасса, очень опять интересная игра. Упали. Мне очень она нравится, мистер Кис. Нам нужно будет обязательно в эту игру поиграть в ближайшем будущем. Да. Скоро. И музыка неплохая. Ну, отлично. В игрушке. Так, 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 отлично. Все очень хорошо. Классненько. У тебя хорошо получается. Молодец, мистер Прыжок. Мистер Кис, молодец. Так, нагнуться можно было, да, и ускориться. Я не додумался. Ну, мы пока еще не привыкли. Так, финиш впереди, мы вторые. Опять вторые. Ну, как же так? Ну, вот так вот. Так вот ничего страшного. Второе место тоже неплохое место. В принципе, я считаю, что даже это место призовое. Из 4
игроков, которые с нами соревнуются, второе призовых. Место тоже призовым, мы считаем. Итак, серебряный сундук мы получаем. Чтобы разблокировать, нам потребуется 3 часа. Не, ну пока мы сейчас смотреть рекламу не будем. Кольца Red Start мы не будем трогать. Нет. Я так понял, что это игровая валюта, основная, которую можно приобрести только за донат. Ну, наверное. Ну, я думаю, что в этой игре мы уж точно не будем донатить. Ну, а там видно будет, как говорится. Итак, следующий забег, мистер Кис, или что ты планируешь сделать дальше? Бежать. Играть. Ты будешь прокачивать набор новичка? Ну, эта игра нам предлагает прокачать героя за деньги. Ого. Да, как-то... Мне кажется, все дороговато. Интересно, сколько стоит кольца. Не будем тратить. Сейчас мы не будем донатить. И тем более неизвестно, нравится эта игра ребятам или нет. Итак, следующая гонка. Так я понял, мистер Кис. Ага. Нажми играть. Вот игра предлагает нам обновить нашего бегуна. Ты не хочешь его обновить, мистер Кис? Давай нет, не будем сейчас. В следующий раз. Мистер Кис не хочет. Ладно, ребят, давайте посмотрим следующую гонку. Давай. Я думаю, что он в следующий раз обязательно это сделает. Итак, вперед. Так, бежим, 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 бежим. Бежим. Прыжок. Отлично. Мы пока на втором месте. Пока. Пока. Сами, ребята, знаете, что ситуация может всегда измениться. Да. Небольшое ускорение. Вау. В сторону. Кольца. Самое главное. Это кто такие? Это перепрыгивать надо, скорее всего. Да, 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 да. А эти? А, наверное, зря мы все-таки в него врезаемся, мистер Кис. Вау, отлично, мы его догоняем. Ой, как-то он так быстро ушел. Ну нет, надо обходить, он обходит их, мистер Кис. Этих роботов нельзя победить, мне кажется. Я понял тебя. Их или шаром можно разбить. Кстати, это у тебя мина сзади, ты можешь использовать ее вот это. Такая ага, колючая. Хорошо. Колючий шарик. Уходим. Прыжок. Ой. Не надо было по этой дорожке бежать. Хорошо. Ну ладно. Так, петля. О. Вот это да, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал АйкаТВ. Будете в курсе новых серий игры Sonic Force. Отлично. Speed Battle, да. Отлично, отлично, молодец, мистер Кис. Ну, опять второе место, я так понял, да? Да, второе место. Ну, мы получаем. Неплохо, неплохо, нормально. Я даже сказал, что даже хорошо для первого раза, да, а мы играем первый раз в эту игру. Итак, следующий сундук мы получили и второе место. Так, 71 кольцо, 14... Что у нас? Это кубки какие-то, да, похоже? Да. Так, Эпсиум мы открыли. Эспио. Эспио. Так, и получили какие-то карточки. А, ну это для Эспио, вернее. Эспио, не Эпсио, а Эспио. Да-да-да. Итак, мистер Кис, ну давай все-таки прокачаем нашего бегуна. Ну вот игра же не просто так говорит об этом. Мне кажется, что надо прокачать. Давай. Я согласен. Коснись, чтобы обновить твоего бегуна. Мне кажется, что у нас предостаточно колец. У нас, смотри, 1000, по-моему, сколько там? 750 колец. Секунду. Итак, наконец-таки мистер Кис догадался. Ну, хватит издеваться. Нажать на обновление. Так, давай прокачиваем на 100 колец. Неуязвимость действует дольше. Ага. Ну ему еще можно прокачать на 400 монет. Давай прокачивай нашего бегуна. Он сейчас будет, прокачаем. Так, начало забега с 5 кольцами. Ага. Это вот эта прокачка. Так, а сколько следующее обновление стоит? А на следующее обновление у нас не хватает денег. Хватит. А так, нет, жалко, хватает. Жалко. И уровень 3 у нас. Так, мы не можем не его можем. Обновить на 4 уровень. У нас не хватает колец. Итак, мистер Кис, мне кажется, что нам нужно устроить еще несколько забегов. Парочку. Ну, я думаю, еще парочку забегов давай. Надо устроить. Я итак, согласен. Мы пока на первом месте. Ну, я имею в виду к стартовой таблице. Ага, в начале. Итак,
3, 2, 1, гоу, гоу, побежали, поддержите мистера Ки со своим лайком, ребята, поставьте ему лайк. Пожалуйста, аккуратно, аккуратно, не надо замораживать нас. Так, давай в сторону, молодец, бегом, побежали, 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 прыжок. Нет, 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 да что же такое, ну как так? Уходим в сторону. И есть прыжок. Нам не нужны эти шары, мистер Кис, смотри, нас заморозило. Ну, ускорение, ну, ускорение. Воу, это что такое? Прыжок. Так, а это что такое звезда? Интересно, что звезда это делает. Отлично, бегом, бегом, бегом. Собираем кольца, мистер Кис. Самое главное, кольца собирать. И собирать... сюрприз. Вау, вау. Здорово. Здорово. Ты играешь, мистер Кис? Молодец. Ой, осторожно, ты ударился, надо перепрыгать. Ребята. Четвертое место мы занимаем. Ой. Мистер Кис. Ой, что же такое? Ускорение. Мы сейчас проиграем. И прыжок, 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 прыжок. Нас обгоняют, нас обгоняют. Мы на третьем месте. Второе место. Давай, 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 мистер Кис, прыжок, аккуратно, аккуратно. Да, мы правильно сделали, что по этой дорожке пошли. Мы можем перепрыгнем на соседние, да. Теперь еще раз перепрыгнем. Вау, 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 отлично. Ну, финиш рядом. Так, сюрпризик, ну что ты его не взял-то? И жалко, мы получали. Что? Мы пришли третьими, третьими, нас прям перед самым финишем обошли. Прям доли секунды. Ну что же такое? Так, два кубка получаем. Что это за сундук? Эй, открывай сундук, мистер Кис. Сейчас открою. Не открыть, это классический Соник. Мы получаем три карточки к прокачке. Давай удвоим награду. Давай. Итого 12 карточек на классическом Сонике. Ну что, мистер Кис, будем еще делать забег? Я думаю, что надо еще делать там забег обязательно. Так, да, давай вот, вот этим, как правильно называется, Knuckles, и им побежим. Давай. Так, надо нам обязательно выучить всех этих героев. Обязательно. В Сонике. А то как-то неудобно перед ребятами. Хорошо. Особенно если смотрят нас с тобой, мистер Кис, фанаты Соника. Хотя я тоже был когда-то фанатом. Когда? Игра-то, ну, эта игра, да, ну, из серии игр про Соник, а играем мы... мистером Кисом в Соник очень-очень давно, я, а да. Я так вообще играю уже лет 20. А я года 2. И так. Ты 20, а я 2. Отлично. Да какой 20? Больше уже? Больше? Я в Соник играю с какого года? С 90, скажу, 5 или с 96 года. Как у меня 30. Появилась приставочка. Отлично. Бежим, 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 бежим. Отлично. Прыжок. Только тогда был Соник немножко другим. Он был двухмерный, а не такой, как здесь, трехмерный. И сама по себе немножко жанр игры был совсем другой. Чуть-чуть другой. Так, отлично, 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 отлично. Ударились, ударились мы, мистер Кис. Ну, пока второе место. Если бы мы не делали такие ошибки, понимаешь, мистер Кис, мы бы вообще заняли бы первое место бы. Уходи влево, да. А можно было и удариться в пальму, зато там ускорение, кстати. Надо будет запомнить эту трассу. Прыжок, молодец, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Давай, постарайся, мистер Кис. Ну-ну-ну-ну-ну, мы пока на втором месте. Прыжок. Ой. Так, отлично. Прыжок, перепрыгивай. Ой. Нет, по центральной надо было доехать. Я понял. Так, отлично. Впереди отлично. Финиш. Второе место. Опять нас обходит. Ой, нас обходит. Мы на третьем месте. Ну что такое? Нет, второе, мы заняли место. Да. Отлично. Очень даже. А вроде бы должны были стать. Просто молодец. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А и когда вы будете в курсе новых серий Sonic Force Speed Battle. Ставьте лайки,
пишите в комментариях, нравится вам эта игра или нет. Пожалуйста. И обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. У вас же есть друзья? Конечно. Сделайте репост этого видео своим друзьям. Пожалуйста, ребята. Всем пока. Ну что, мистер Кис, давай попрощаемся с ребятами. Ребята, всем пока. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся.